Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас обзор на серию коллаген О2 от Faberlic. Я знаю, вы давно ждете, итак, поехали. Я могла бы сразу сказать, что серия великолепная, и на этом можно ролик заканчивать, потому что действительно, девчонки, ну вау, мне понравилось, насколько мне вот нравится ночной крем куркума. Эта серия превзошла все мои ожидания, вот просто все. У меня сейчас хорошо очищенная кожа лица, и давайте приступать с вами к уходу. Все наглядно, все вам покажу и расскажу. А здесь у нас в линейке пока 4 средства. Тонер, сыворотка и 2 крема, ночной и дневной. В следующем каталоге будет крем для глаз. Он мне будет уже доступен, как випу, гораздо раньше. Не знаю, буду брать или нет, потому что не люблю я крем для век. Я люблю один продукт на все лицо, вы знаете. Поэтому посмотрим, буду, не буду брать. Потестировать так, в принципе, может быть, и возьму. Так, поехали. Что такое, во-первых, тонер? Тонер – это не тоник, это тонер. И он действительно тонер. У меня было много корейских тонеров. И да, что это? Это что-то среднее между тоником и сывороткой. То есть это не совсем вода, как тоник, чуть-чуть погуще и имеет такую определенную вязкость. Ну, как будто вот правда сыворотку смешали с тоником. Артикул 1393. И что хочу сказать, уже при нанесении тонера на лицо, вот у меня кожа просто испытывает восторг. Вот на самом деле, как я это все дело делаю? Я не рекомендую, совершенно не рекомендую тонер использовать вместе с ватным диском, это вообще не та песня, и вы не увидите эффекта. Тонер так не наносит. Хотя, по-моему, в карточке товара нанесите на чистую сухую кожу, нет, здесь, по крайней мере, на банке нет. С помощью ватного диска написано. Нет, вообще не рекомендую. Нет, тонер так не наносит. Тонер наносят, выливают на руку. У всей серии, кстати, обалденный аромат. Растирают чуть-чуть по ладоням и по всему лицу прихлопывающими движениями. Вот так. На ватный диск тонер не наносит. Я не знаю, почему Faberlic так написали. Это вообще не то и нет. Я даже тоники на ватный диск не наношу, если только они не очищающие. Очищающие наношу, а так всегда переливаю в бутылочки с распылителем, потому что я не вижу смысла. Он очень быстро впитывается, но оставляет за собой липкий след слегка. И уже на этом этапе я чувствую, что кожа упругая. Вот прям класс вообще. Вот уже чувствую, вот все. Вы видите, как она начала сиять, во-первых. Вот это вот здоровое сияние изнутри. Это видно, я думаю, прям сразу, да? Вот это очень круто. Она моментально просто увлажнилась и напиталась полезными ингредиентами. Моментально. Вот уже жирной, сильно жирной кожи даже вот этого ухода будет достаточно. Все. Посмотрите, какая прелесть. У меня дикий восторг. Вот эта вот легкая липкость, которая есть, она, конечно же, потом проходит, все отлично. Так, следующий этап у нас с вами сыворотка бустер. Нужно будет купить еще, потому что ее не хватит на весь курс этой серии. Здесь всего 30 мл, артикул 1380. Это действительно сыворотка такая вот прозрачненькая. И она тоже довольно быстро впитывается, но с ней можно успеть сделать массаж. Легенький такой. Ну, кто делает там гуаша, еще что-то. Она вот такая вот склизенькая, по ощущениям, очень похож на корейские продукты. Тоже аналогов Faberlic этой сыворотки я не видела. Нету. Вот. Она пока еще есть на лице, и можно успеть, как бы есть минутка, сделать массаж. Вполне себе хватит. Имеет тоже такую слегка липковатую консистенцию. Она такая вязкая, вот очень похожа прям на корейские сыворотки. Вязкая, под пальчиками это ощущается. Такая вязкая, склизенькая. И тут опять моментально еще раз идет очень крутое увлажнение. Увлажнение просто потрясающее. Вот она практически уже впиталась, кожа сияет, еще не впиталась, еще немножко. Вот вместе с тоником такая уже липкость посильнее. Но все это дело сейчас пройдет. Это буквально вот 5 минут, наверное, максимум, и все проходит. Я обычно жду немножко, чтобы она подвпиталась, хотя кто-то не любит ждать и любит наносить крем сразу на влажное лицо с сывороткой, да, я люблю наоборот. У нас сейчас с вами утро, поэтому я буду использовать дневной крем-флюид для лица, артикул 1381, ночной у нас 1382. В принципе, по консистенции, ну, ночной, конечно, поплотнее, дневной немножко пожиже, но я не скажу, что один и второй как-то утяжеляет. Нет, ни грамма, ни ночной, ни дневной. Ночной плюс там все-таки вот побольше именно питания, да? А дневной полегче. Это действительно бустер, это такой вот достаточно легенький крем для лица. Наносим вот такой вот беленький.
сыворотка уже впиталась, но липкость еще есть. Когда мы сейчас это все дело запечатаем кремом и пройдет несколько минуточек, никакой липкости не будет и будет почти матовый финиш со здоровым сиянием. Именно сиянием, не блеском, не жирностью, нет, со здоровым сиянием. Что хочу сказать по крему. Я его отдельно не пробовала. Наверное, нужно провести эксперимент, попробовать отдельно. Но если будете один брать только крем, не вижу смысла. Для меня в этой линейке самые мощные продукты – это тонеры и сыворотка. Вот серьезно. Крем тоже восхитительный. И он, вот они как-то все дополняют друг другу. Мне не захочется потом брать эту линейку по отдельности. Обязательно тонер, сыворотка, крем. В первый раз у меня такое, потому что... Ну, обычно как-то наоборот бывает. То ли крем больше восторга вызывает, нежели другие продукты, то ли просто от других продуктов не видишь какого-то эффекта. А здесь все вкупе. Вот уже крем нанес, уже под пальцами липкости нету. Он как-то вот это все дело запечатывает очень удачно, и в целом картина складывается вот просто, девчонки, обалденная. У меня восторг от этой линейки. Вот пока еще не впитался, мы видим такое сияние. Это не жирный блеск ни в коем случае, это очень хорошее увлажнение. Сейчас это все дело пройдет. Так, что еще вам хотела рассказать? После ночного крема больше питания. В общем, девчонки, берите. Но берите в комплексе, потому что эффект виден моментально. Какой вижу эффект? Эффект вижу после первого применения. Вот реально упругость. Вот сразу, вот она какая-то упругая-упругая. Лифтинг тоже вижу. Вот отмотайте видео сейчас на начало, посмотрите на мое лицо. И посмотрите на него сейчас. Вот видно разницу. Видно разницу после первого нанесения прям. Меня это поразило. Я вижу лифтинг, я вижу упругость. Что еще нужно? Ну и, конечно, хорошее увлажнение. Естественно, здесь будет и борьба с мелкими мимическими. И, возможно, разглаживание каких-то других, если все это дело совмещать с массажем. Личико можно привести прям в порядок. Конфетка. Вот. Я в восторге вообще. Мне очень нравится. Вот практически все впиталось. Видите? Вот уже вот этого блеска от крема нет. И лицо на финише, на выходе, вот сейчас еще две минуточки пройдет, оно будет как будто немножко и приблюренное. На ощупь вообще сказка. Вот просто песня. Но, конечно, не забывайте очень хорошо лицо очищать. Вот я вас умоляю. Как следует до скрипа очищать лицо, и потом вот это все дело наносите, когда вы к нему прикоснетесь после этой линейки, у вас будет шок, я вам серьезно говорю. Кожа очень мягкая, она вот бархат, бархат просто. У меня был бархат от ночного крема куркума, но здесь прям бархат, бархатный, слушайте, вообще. Прям цветы на лице распускаются, не могу иначе описать. Невероятно крутые тактильные ощущения, кожа себя чувствует прекрасно, выглядит прекрасно, она очень упругая и есть лифтинг-эффект. Вы знаете, мне иногда, ну все-таки 40 лет, хочется вот так вот, думаю, блин, что ж такое вот сделать, чтобы вот веко приподнять, вот так вот его тащу, все наверх тащу, ну и массаж, соответственно. Кто-то вообще мне раньше, помню, писал, сейчас таких давно комментариев не было, что я сделала пластику и тут всем рассказываю про чудодейственные крема, а у вас говорят, брови на лбу. Ну, простите, как выросли. И мне иногда хочется поднять. А тут поднимать нечего. Все поднялось, понимаете? Вот этот момент меня тоже удивил. Поэтому, ну что могу сказать, девчонки, вот уже все впиталось. И кожа, ну просто невероятная на ощупь. Не знаю, как вам дать потрогать. Берите серию, не пожалеете. Пока она по такой цене еще вообще копеечно. Слушайте, крема, тонеры, сыворотки за 200-300 рублей такие чудеса творят. Только Фаберлик такое возможно на самом деле, я считаю, потому что, ну, это что-то невероятное. Я еще возьму обязательно сыворотку в комплект и всю вот эту линеечку курсом пройду, ну, а там, глядишь, опять какие-нибудь новинки появятся. У меня восторг, вам смело рекомендую. Ссылка для регистрации всегда под видео. Надеюсь, была вам полезна. Если кто уже попробовал, пишите. Всех люблю, целую, всем пока-пока.